Всем привет! И сегодня у нас рубрики «Зацени». Игра под названием «Спиральные рыцари». Вот такая вот игрушка. Так, что нам тут? После небольшой регистрации нам тут предлагают выбрать своего героя, но я тут рандомно воспользовался. Так, я своего же бойца выбрал. Next, random. Готов. А, username. Не туда я нажал. Поначалу. Так, что? Ай-яй-яй. Нет такого имени. Так, данная игра у нас должна быть ММО, судя тут по заявлению разработчиков. Какой-то экшен у нас тут, ММО экшен. Нам тут предстоит бороться с чудовищами, решать головоломки, участвовать в боях. Короче, да, тут. Ну, сейчас заценим. У нас пока загрузка идет. Отзывы у нее положительные, в принципе. Так, вот мы появились. К сожалению, нет русского языка, но я думаю, оно не влияет особо. Thank you.
мы просто молодчаги. Но пока игрушка как бы не подводит нормально. И все там и геймплей, и графика, как бы, ну и сюжет, который как бы нам дали. Достаточно нормально, то есть. То есть вот мы уже попали как бы в саму типа ММОшку. Дальше тут уже надо как бы более углубляться, а мы просто как бы заценили такие первые моменты игры, как она на вид. В принципе, ничего, такая игрушка. Минус для нас, что она не на русском языке, но так, в принципе, можно мне поразбираться, поиграть. Что, игра Steam бесплатно, можете скачать, если она вам понравилась, и рубиться самостоятельно. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.